На старт. Внимание. Марш! Празднично и бодро началось шествие акции «10 тысяч шагов к жизни». В честь Всемирного дня здоровья более 300 человек попробовали свои силы и прошли оздоровительную дистанцию на центральном стадионе города Одинцово. Сегодня в программе ходьба, оздоровительная ходьба «10 тысяч шагов». Это около 8 километров, дистанция, которую каждый человек, который считает себя здоровым, должен проходить в день, чтобы укрепить свое самочувствие и не допустить развития заболеваний. Перед дистанцией – разминка, медицинский осмотр и консультация специалистов. Противопоказаний к быстрой ходьбе практически нет, говорят медики. А чтобы в будущем и коронавирус был не страшен, всем желающим сделали прививку сразу после тренировки. Это сегодняшняя и необходимость, а во многом и сегодняшняя наша победа о том, что мы с такой скоростью выработали прекрасную вакцину, которая подтвердила свое и качество, и эффективность, и безопасность. Мы можем прививать всех желающих, и всех призываю прививаться. Если правильно питаться, вовремя прививаться, заниматься спортом или хотя бы делать 10 тысяч шагов в день, иммунитет победит любые вирусы. Полина Бахова, телекомпания «Одинцово».